как соревнования? Что вообще, какие эмоции, какие впечатления? Что видели, какие вы, значит, сколько медалей завоевали, что вам подарили? Расскажите свои впечатления. Хорошие впечатления. Да, наша третья медаль. Призы вообще очень крутые соревнования. Что еще сказать, я не знаю. Хорошая организация, и нам очень нравится. Да, все. А что, вы покушали здесь что-нибудь уже? Да, кушали. Еще бесплатно кормят, это вообще очень круто. Еще дают на дегустацию протеинные батончики, всякие протеины, гейнеры. Вообще очень круто, очень вкусно. Поели полевую кухню? Да. Вы когда-нибудь на таких соревнованиях были, чтобы вот здесь такие подарки? Нет, вообще нет. Первый раз такое. Очень круто. Хотели бы на чемпионате и на первенстве России? Да, да, конечно, хотели. Дополнительная мотивация. Да. Ну все, вы еще что-нибудь будете гоняться? Да, четверку сегодня. Давайте, вам удачи. Спасибо за ответы, девчата. Спасибо большое.